Всем привет! Вот и закончился 2015 год. Год был сложный. Экономический кризис, курс рубля, атака обиженных из МТСа. Но в результате наша прибыль даже выше ожиданий. Меня очень часто просят дать экономический прогноз на 2016 год. Я вам его спою. Мама, мама, что я буду делать? Мама, мама, как я буду жить? У меня нет денег на зарплату, и кредиты нечем мне гасить. Приблизительно так будет чувствовать себя почти каждое российское предприятие. Но в Евросети все будет хорошо. Мы подготовились к этому кризису, у нас есть хорошая финансовая подушка безопасности. Я уверен, что мы будем больше продавать, я уверен, что мы будем также самозабвенно ублажать наших покупателей. Я абсолютно уверен, что со всеми, кто с Евросетью, все будет очень хорошо. Интуитивно я за 2016 год чрезвычайно спокоен. Ну, а если будут враги, они должны знать, что световой меч джедая в заднице не остывает. С Новым годом всех! С Новым годом, Евросеточка! Люблю вас!